Алекса, торговый центр. Александр Пляц, Берлин. Такой вот он огромный тут. Трехэтажный. Два этажа вниз. Паркинг, супермаркет. Давай ручку. Медиамаркет трехэтажный тут. В общем, огромный торговый центр. Может быть, самый большой, в котором я был вообще в своей жизни. Просто когда первый раз сюда попали, то есть тут блукали и искали долго все. Все. Так, идем. Это магазин Медиамаркет. Вон, лифты. Минус 3 этажа под землю. Как видно, это нулевой считается. Есть еще первый и второй. А есть минус 1, минус 2 и минус 3. Закрывается дело к вечеру. Все магазины уже закрыты. Мы купили в супермаркете еду. И идем на наш поезд. Или тут будем ночевать? Не будем. Не будем, да? Домой поедем? Ага. Ну хорошо. Тогда едем домой. Выходим на улицу. Такая вот Алекса. На Александр Плац. Вышка. Телебашня. Зеленый, 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 зеленый. Да, да, да. Такие тут туннели, дороги. Пойдем. Тоже много велосипедов двух колесных здесь, но я сомневаюсь, что тут будет хотя бы миллион велосипедов, как в Амстердаме 800 тысяч было несколько лет назад, по данным статистики. Тик-так, тик-так. Люди пошли на красный. Мы ждем. Саша, ждем, ждем. Мы на красный не идем. Мы подождем. Вон самолет летит, смотри в небе. А, залетел за тучу. Идем. Зеленый. Там он еще туча идет. Плохо видно.